Всем добрый день, мои хорошие. Добрый день. Ну что ж, давайте сегодня с нами прокатимся по нашему поселку Зульцбах. Прогулки на велосипедах. Немцы любят велоспорт, да, Володюшка? Ну да. У них распространенное такое. Я была удивлена, когда я только приехала в Германию и увидела велосипедистов. И бабушки, и дедушки, и молодые, и дети ехали на велосипедах. И в магазин, и прогуляться. Самолет меньше нет. Лайнер, да? Ну да. Живем мы на севере Баварии, на берегу реки Майн. Население поселка Зульцбах чуть-чуть больше 7000 человек. А зарождение самого поселка относится к 14 веку. Красивые пальмы в цветочных горшках. Погода позволяет выращивать пальмы, даже если они в горшках. Поленится дров, у многих есть камины, и зимой топят камины уютно в доме. Маленькие уютные домики. Красиво оформлено, много камней, но не мой вкус. Как называется это? Типа альпийской горки или, может быть, ну вот выкладывают сейчас камнями, обкладывают и деревья, цветы. Хорошо, что у нас у всех разные вкусы. И это видно по оформлению. Да. Это и правильно. Видела, но... Вид на Зульцбах сверху. Виден Нидернберг, виден Гроссостхайм, виден Ашафенбург. Мне сверху видно все. Ты и так и знаю. Это мы на горку поднялись. Красивые места. Поля, маки. И василечки синие. Уже построены новые дома, да, Володюшка? Да, лет 10 назад начали построить этот участок. И с крышами, и без крыш, как коробочки. Все, что хотите. Рододендрон. Красивый очень. Мне очень нравится вот это дерево. Куст, да. Дерево. Не знаю, как он называется, но красиво. И подстригать его можно. Хоть шариком, хоть пирамидкой. С правой стороны будет красиво это здание. Этим зданием я любуюсь. Какие фигуры. Какой заборчик.
Вау! Супер! И на улочках, которые мы проезжаем, каждый домик имеет свою изюминку. Самые большие дома в Зюзовке – это шестиквартирные. Больше квартирных домов строить запрещено. Это уже наш Зульцбах. Я имею в виду, что это уже ближе к нашему дому, к нашей улице. Наш милый поселок Зульцбах. А я вообще говорила тебе, что я люблю тебя? Так вот, я признаюсь, я люблю тебя. Ты стал нам родным, ты очень красивый и уютный. Вот этот вот куст мне нравится. Вы знаете, мои хорошие, мне всегда доставляет удовольствие вместе с Володюшкой прокатиться на машине по Зульцбаху или по окрестностям. И когда мы едем закупаться, если есть время после этого, обязательно где-нибудь да прокатимся. С левой стороны по дорожке вниз будет родничок. Мы там когда-то брали воду для сада. Погода хорошая. Тепло без ветра. Тепло без ветра и не жарко. Да. Отлично прокатились, отлично посмотрели. Ну да. Маленькая прогулка. Наша соседка Рита. Мои хорошие, приятного, теплого, уютного вам вечера. Наслаждайтесь вечерней красотой и заряжайтесь позитивом на следующий день. Спасибо огромное за внимание. Я вас обнимаю. Чус. Пока.